Как усыновленному ребенку рассказать о его родной матери, которая от него отказалась? Такие факты приходится видеть. Не надо ничего искусственно делать. Не надо ничего искусственно делать. Надо будет отвечать, когда он спросит. И чтобы он спросил и ответить правильно, надо просто стремиться усыновленного любить. Тогда его слова-то не понадобятся. Я помню, как я был свидетелем, как одной девочке, ну, уже ей лет 14 было, ну, большая, сказали, что ее родители ей не родные, что эта мама ее не есть мама. Ее это потрясло. И она пришла домой, ничего не сказала родителям. И так неделю, как опущенной в воду была. А через неделю она кинулась к родителям. Они мне рассказывали, говорит, и закричала: «Это неправда. Я знаю, что вы мои родные, потому что вы меня так любите, как никто никого никогда». И объяснять ничего не пришлось. Вот самое лучшее. Любить по-настоящему.